Городецким. Но! Кроссроуд, Сергей Воронов. Спасибо. Вот в эту секунду мы хотели бы вспомнить нашего замечательного друга и талантливейшего музыканта Анатолия Крупнова, который сделал очень много музыки и еще многого не успел, к сожалению. Мы хотим сыграть его песню «Отель исполнения желаний» с нашим сегодняшним первым гостем Нэш. Нэш! Дедушка подслеповат. Дамы и господа, Нэш! Добрый день всем. Спасибо. Друзья, это исторический момент. Чем никуда. Мне было так плохо, что дождь и ненастье со вздохом сказали мне там. И дождь прекратился, и высохли лужи, и я оглянулся назад. Ослабил свой галстук и с грустью подумал о жалкой никчемности рук. Я просто игрок, и мои неудачи почти доконали меня. Поставлена цель, ясен смысл и задача. На все это ровно три дня. Здесь ловит удачу, теряет надежду, и лень словно ночь обнимает любя. Здесь много в тиши, здесь роскошных одежда. Ты видишь, кого бы ты видел себя. Здесь место для сна, карнавала погоста. Здесь все для любви и пятнистых зверей. Отель исполнения желаний. Просто войди, а не стой дураком у дверей. Я в город вошел и наткнулся на здание. Хороший, ухоженный дом. Невзрачно отель, исполнение желаний. Виднелась табличка на нем. Я голоден, беден, несчастен, сказал я портье и ни разу не брал. Он молча мне выдал ключ номер 13 и в номер еду заказал. Я вечером в зал автоматом спустился и выиграл 7 из 10. Играя в рулетку, я сам удивился, так просто не может вести. Здесь ловит удачу, теряет надежду, и лень словно плоть обнимает любя. Здесь громко в тиши, здесь в роскошных одеждах. Ты видишь, кого бы ты видел себя. Здесь место для них, карнавалов, погостов. Здесь все для любви и пятнистых зверей. Отель исполнения желаний. И просто войди, а не стой дураком у дверей. We'll be right back.
гора, карты словно игрушки мелькали в глазах у меня. С соседних столов перебрались старушки, у меня оставалось два дня. На утро, поднявшись, свой номер сгибаясь под тяжестью свежих банкнот, я сел к телефону, позвал кого надо, пусть деньги придет, заберет. Я с чувством, когда из-за долга не душит, можно птицей летать. Спустился с портьера, спросил равнодушно, когда вас еще ожидать? Здесь ловит удачу, теряет надежду, и лень словно ночь обнимает любя. Здесь громко в тиши, здесь в роскошных одеждах, ты видишь, кого бы ты думал себя. Здесь светло для сна, карнавалов, погостов, здесь все для любви и прекрасных зверей. Отель исполнения желаний, и просто войди, а не стой дураком у дверей. Спасибо. Нештов и Лидзе. Ядерный исследователь. Нештов.